Трубать стали, мы думали, сначала нам будут делать что-то там, может быть, это автостоянку или что как вообще, а потом мне сказали, что будет парк, так что все очень хорошо. Еще недавно в этом дворе на улице Шевченко произрастали самые настоящие джунгли среднероссийской полосы. Старые деревья вперемешку с валежником нагоняли страха и гордости за свой двор в жильцах не стимулировали. Все поменялось к лучшему минувшим летом. Компания «Фосагро» направила 100 миллионов рублей на реализацию программы благоустройства Балакова. Это результат соглашения о сотрудничестве в рамках содействия в создании комфортной городской среды, подписанного главой БМР Сергеем Грачевым и директором балаковского филиала АО «Апатит» Андреем Шибневым. 60 миллионов направили на строительство тротуаров в городе. Остальное пошло на благоустройство общественных территорий. Двор с джунглями попал в счастливый список. Было убрано очень много деревьев, тут были сплошные заросли. Сделано несколько дорожек, так сказать, комплексно. И поставлены лавочки для того, чтобы жители культурно отдыхали, а их дети занимались спортом и играли. Сергей Афонин – один из сотрудников отдела главного архитектора балаковского филиала АО «Апатит». Он вместе с коллегами регулярно контролирует процесс обновления на объектах благоустройства. Готовность этого объекта – 99%. Осталось лишь устранить мелкие недочеты. Идет работа и в поселке для многодетных семей в 21-м микрорайоне. В августе тут начали установку спортивной площадки. И уже сейчас юные спортсмены могут играть в футбол и баскетбол. Радует детвору и большой игровой комплекс, а их родителей – тротуары и лавочки. В ближайшее время в сквере появятся и каштаны. Осталось по этому объекту установить стойки ограждения и само ограждение. Еще один объект, который благоустроили при поддержке «Фосагро» в этом году – территория возле детской поликлиники в 6-м микрорайоне. За 2 месяца она изменилась до неузнаваемости. Раньше сюда невозможно было ни заехать, ни зайти. Сейчас это небо и земля. Все хорошо, все супер. И красиво, и для детей хорошо. Они и так уже идут, думают, сейчас у них там уколы будут делать им, кровь брать и так далее. А это площадка детская. Ну и у них как-то на душе полегче. Теперь маленькие пациенты поликлиники, выходя с процедур, всегда уговаривают родителей поиграть немного на новой площадке. Подрядчик заверяет, что игровой комплекс прослужит долго, а двухслойный рекартан не раскрошится. Гарантия на все работы 5 лет. Асфальтовым покрытием сделаны все подъезды по периметру детской поликлиники. Благоустройство территории, освещение сделано тоже по всему периметру и высажены клены. Это самые крупные объекты благоустройства, которые в текущем году приводят в порядок на средства, выделенные компанией «Фосагро». Поэтому и внимание к ним более пристальное. Впереди еще приемка, которая состоится после завершения всех работ.